Блять! Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Галиант, и мы начинаем прохождение игры Dead Space 2. Наконец-то мы продолжаем эту великолепную игру. Давайте посмотрим, что такое раннее в Dead Space. Мне просто интересно, что это такое. Это будет как видео или что? К 25 веку природные ресурсы Земли были исчерпаны, потрачены, разграблены. Отчаявшиеся, оказавшиеся на грани выживания, мы бросились в пучины космоса, где обнаружили новые богатые миры, которые, казалось, только и ждали, чтобы отдать нам свои богатства. Mm-hmm. Вся Земля была одержима новой идеей. Мы построили планетарные потрошители, самым известным из которых стал USG Ишимура. Переработка планет стала рутиной, позволявшей нам выжить. Однажды мы добрались до Егиды-7, планеты, которая веками была под запретом по неизвестным причинам. И наша алчность взяла верх над осторожностью. Там, глубоко под поверхностью, мы обнаружили артефакт. А вот и он. Красный обелиск. Давно утерянный и давно забытый. Религия, которую я когда-то называл своей собственной, нашла свой священный Грааль, ключ к бессмертию. По крайней мере, так мы думали. Смерть — это не конец. Конец! Но он не принес спасения. Узрите силу истинной веры! Он стал проклятием. Обелиск породил безумие, убийство и хаос. Он породил некромор. Блин, на самом деле прикольно так вот вспомнить всю первую часть. Кому посчастливилось сбежать с планеты в поисках убежища Римлянской Шимуре. Колония захвачена, мы не можем вернуться обратно. Но проклятие, которое мы пробудили на Егиде-7, последовало за нами. Тьма поглотила Ишимуру за считанные часы. Корпорация, беспокоясь о своих инвестициях, отправила на корабль небольшой ремонтный отряд. Кто-то торопился, собирая свои вещи. В команде был инженер Айзек Кларк. Айзек. И у него были свои причины отправиться к Ишимуру. А это уже финал. Да, это там финал. Там во тьме Айзек нашел смерть. Красный обелиск. Он не был священным, он не был инопланетным, он был создан людьми, и он мог остановить эпидемию. Айзек также нашел Николь. Спасибо, Айз. Я всегда в тебя верю. Наложив на себя руки, она стала видением, которое навеял обелиск. Айзек сумел сбежать. А все вокруг было уничтожено. Началась новая глава в истории Айзека Кларка. Блин, реально классно так вспоминать все. Новая глава в истории Айзека Кларка. Давайте же мы ее с вами начнем. Новая игра. Средняя тяжесть. Не буду ставить тяжелую, особенно нереальную тоже ставить не буду. Погнали. Добро пожаловать обратно, Николь Бриндинг. Настройка сети связи, бла-бла-бла, тра-ля-ля, сеанс чего-то там. Electronic Arts представляет. Производство Viscerial Games. Dead Space 2. Айзек, ты там? Прием, Айзек. О боже, прости, пожалуйста, Айзек. У нас же разница во времени. Я позвоню тебе позже. Нет, все в порядке. Нормально. Как у тебя дела? Хорошо. Ты был прав, Айзек. Ишимура — изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Тогда пользуйся моментом. В следующем году корабль списывают. Айзек, спасибо тебе. За что? Ты заставлял меня двигаться дальше. Если бы не твоя настойчивость, я давно бы все бросила. Но ты подталкивал меня. Помни, я расстаюсь с тобой на 6 месяцев ради этого. По-моему, мы выходим из зоны приема. Айзек...
Сосредоточьтесь, мистер Кларк. Итак, вы рассказывали мне о своих кошмарах, в которых фигурирует ваша погибшая подруга. Как там было ее имя? Ты что, тупой? Николь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Ах да. Николь Бреннан. Она ведь была старшим медиком на борту корабля класса «Планетарный потрошитель». Ишимура. USG Ишимура, верно. Экспедиция по добыче руды на Егиде-7. Связь с ними пропала вскоре после их прибытия к планете. И вы в составе ремонтной команды отправились к ним на помощь. Причем вы вызвались добровольно, верно? Что произошло на борту корабля, Айзек? Они нашли кое-что. Что они нашли на этом корабле, Айзек? Обелиск. Вы контактировали с этим обелиском? Он вызывал у вас видения, верно? Неприятные видения. Он говорил со мной. Что он говорил, Айзек? Что он вам говорил? Тупогопник! Целым. Айзек. Айзек, вы слышите меня? Дейна, я обнаружил Айзека Кларка. Повторяю, я нашел его. Отлично, Франко. Только осторожно. Он долго был в отключке. Так. Хорошо, хорошо. Спокойно, спокойно. Сейчас мы снимем эту смирительную рубашку. Где? Где я? Знаю, ты в замешательстве. Нет времени объяснять, доверься мне, хорошо? Слушай, все очень-очень плохо. Да ебать! Да нет, не с самого же начала. Отпусти меня, мой друг! Отпусти, блядь! Кто-нибудь шотните его, по-братски! Айзек! Айзек, он сейчас тебя порвет! Сука, Айзек! Беги! Блять! Да в самом начале! Что это такое? Блять, сумасшедший, кто решил сюда некроморфов запустить, блять? Нет, куда мне? Блять, ебись! Нет, не ешьте! Подождите, я не еда! Блять, куда мне? Не еда! Я был не едой на этот момент! Вот это я понимаю, блядь, вот это игрушка. Фу, я до этого играл в FNAF, она такие эмоции не вызывала, конечно. Бежим. Так, теперь я знаю, куда идти. Жалко, на карте нет этот отметки, куда идти, но это, кстати, логично, чтобы мы поначалу понервничали. Я не нервничаю, но выглядит прям офигенно. Мне прям нравится начало. Они там что-то говорят, но я не слышу, что говорят. Отстаньте, мужики, отстаньте, по-братски. Кто, блядь, додумался сюда пустить некроморфов? Ай, 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 ежму. О, да, это отсылка к первой части, когда лифт разрезал пацана напополам. Бежим отсюда, просто бежим. А тут ничего не касается, убегаем просто. Так, тихо, сохранение. Мы можем сохраниться, по-быстрому сохраняемся. Угу, погнали дальше. Фу, ладно, начало неплохое. Хотя бы где мы? Мы же не на корабле? Парни, здорово! Блять, зачем? Пока. А мог бы не стрелять, было бы все нормально. У тебя было бы все хорошо. Так, секунду, извините, пожалуйста. Очень плохо слышно голос людей. Из чего? Голос надо ставить по максимуму, а музыку и эффекты хотя бы на 80% убавить, а то реально ничего не слышно. И почему у меня стерео, когда у меня вот так вот? Конец сообщения. Твою налево. Бедные вояки одним ударом убивают их вместе с защитным костюмом, а Кларка не могут. Айзека, точнее. Итак,
сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, 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 я готов. Я не хочу. Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Строс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Они изучают тех, кто контактирует с монолитом. Черный светился красными символами. Угу. Символы нашептывали мне. И что же они тебе нашептывали? Иди нахуй! Ну же, Строс. Это был всего лишь осколок. Всего лишь осколок. Но он так засрал мне голову мыслями, что там... И для чего больше не осталось места. Я не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Символы, Строс. Что тебе говорили символы? Они сказали, что я не виноват. Я их не убивал. Они не заслужили этого, и я не заслужил а этого. А ты вообще кто? Падла. Верните мистера Строса обратно в стазис. Увеличьте ему дозу на 30 миллиграмм. И попробуем добиться чего-то на завтрашнем сеансе. У меня рот лагает. Объект... Так, окей, все, дослушали, погнали отсюда. Что надо делать? Подождите, я что-то не въезжаю пока что. О май гад. Боже, что за эпичное начало. Подождите, а как они выбили стекла, если они бронебойные? Бронебойные стекла так не выбиваются, ребят. Он все еще болит. А тут сиди... А, вот это моя камера? Наверное. Так, ладно, я пока связан, я ничего сделать не смогу. Мне нужно, чтобы меня развязали и похиляли. Бро, здорово. Бро. Подожди, бро, блядь, я свой. Ты чего, мужик? Пациент 4, я помню тебя. Ну так освежи меня. Сказал, что... Освежи. Отвяжи. Все объекты должны быть ликвидированы, уничтожены. Вот еще один. Эй, послушай. А какой смысл? Да послушай же. А какой смысл? Мы оба можем выбраться отсюда. Просто. Просто сними с меня это дерьмо. Никто не выберется отсюда живым. Никто. Не делай этого. Блять, спасибо. От того, что я сделал, нет спасения. Успокойся, приятель. Ты только успокойся. Твой икс красный. Красный. Тут в стенном шкафчике аптечка и фонарик. Забирай их. Боже мой, бро, я думал, ты неадекват. А ты нормальный. Забирай. Спасибо, спасибо, бро. Мне они больше не понадобятся. Отпью лечение. И поднять. Это не фонарик, ботан, это пистолет. Мы все будем гореть в аду за то, что с тобой сделали. Ну, бывает, ладно, ты решил уйти так. Осуждаю, конечно, такие его способы, но это его выбор. Кто мы такие, да, чтобы говорить, правильно это или нет? Айзек Кларк, это ты? Да, это я. Меня зовут Дейна. Я пытаюсь спасти тебя. Почему? Что происходит? У тебя редкая форма безумия, Айзек, которую ты подхватил на Эгиде 7. Откуда ты знаешь? Откуда ты все обо мне знаешь? Эта болезнь убьет тебя. Но если ты доберешься сюда, я смогу тебя вылечить. Чего я должен тебе верить? Потому что это не я в тебя стреляю. Ну, в пиздец. Просто иди по моему маршруту. Чего это Кларк начал говорить? В прошлой серии он, блядь, ни слова не сказал. Ему вообще было на все поебать. Им сказали делать, значит делает. Обычный инженер, парень работящий. Единственная цель его существования была найти жену. Это реально фонарь, ребят, это не оружие. Ну ладно. Если что, некроморфу лицо руками разобью. У меня с этим проблем нет. Блин! Dead Space первый был красивый, а этот еще красивее. Что будет с третьим, я не знаю. Да, забей, ну появятся некроморфы, раздавлю их. Мне еще нужен стазис модуль. Где мой стазис модуль? Угу. Угу. Нажмите и удерживайте Б.
Ха-ха! Катается коляска по имени Коляска. Кто ее катнул? Там нет никого. Балаболы. О, сейчас будет по-любому некроморф, да? По-любому некроморф появится. Одного не боюсь, я его забью до смерти. Будет 2-3, это будет проблема. Да, людей поубивали нормально. Найс, найс, скримеры пошли, найс, скримеры. Dead Space первый так не пугал такими скримерами. Они были выше всего этого. Они пугали другим, они пугали атмосферой безысходности, да. И это было замечательно, как по мне. Можно сохранить спокойно. Ну просто я и бояться скримеров, это, конечно, не мое. Да. Я, в принципе, бояться очень плохо умею. Здорово, бро. Ну, тут, в принципе, есть атмосфера безысходности. С этим ничего не сказать. Это ванна. Если уронишь и мыло, то будет прям безысходно все. Да ёб твою налево. Кто со мной? Что за черт? Тебе плохо, бро. Тебе очень плохо. Прикольное место. Таких мест не было в первом Dead Space. Выглядит, да, прикольно. Куда пополз, тварь? Я хочу тебе лицо разбить. А ну, появился тут, блядь. Уползает от меня гребаный некроморф. Кто тебе лицо будет бить, если не я? Если ты от меня просто уползаешь. О, летяга. Белка летяга. Не очень. Почему ты мне помогаешь? Если ты, Эдман, обнаружит тебя, погибнут люди. И я тоже. Нет, если будешь меня слушать. Мне это не нравится. Нравится, не нравится. Поторопись, пока не попал в ловушку. О! Зажмите, чтобы отключить. Найс, отключаю. Я кинезис-модуль сейчас достану, ребят. На, Айзек шарит. Хороший парень. Так, чтобы захватить предмет. Так, любой предмет берем. Что сделать-то надо? А. Все нормально. Здорово, бро. Как дела? Он так медленно идет ко мне, все потому что он тупой. Ай, нет, я тупой. Да, я тупой, я тупой. Я, короче, подумал, что там есть проход, а я же не разбил там стекло, блядь. Не, братан, все-таки я тупой, да, сорян. Они тут имеют захваты. Я не помню, чтобы они в первом Dead Space имели захваты. Так, стопэ. Все заново ломать, неприятно. Сначала, конечно, угар, да. Мне прям понравилось сначала. А, тут много частей, подождите. В принципе, я не убью его, кинуть чи... А! Их так можно убивать спокойно. Серьезно? Их что? Так просто можно убить? Идет эвакуация. Идет эвакуация. Так. Ждем. Новый вид оружия у меня. Так, похилялись, чтобы хп стало больше. Подбираем нашу пушку. Ну что ж, ребята, у нас есть с вами болт, и мы кого-нибудь забьем до смерти. Что, есть ребята где? Тут вот есть место с предметами. Блять, это плохо. Я проебал единственное оружие.
Нет! А, сука, тупая, отстань от меня! Э, F надо нажимать! Е, надо нажимать Е на Е, блядь! На, похлебалу, тварь! Просто ты бысь от меня! Ой, тут они посильнее будут, потому что у меня оружия пока нет. Где ластовый? А, я убил одного. Я того, кого рукой бил, убил. А чё не некроморфы в этой серии такие слабые? Идет эвакуация. Потому что они молодняк еще совсем. Для поиска ближайшего выхода сверьте 120X. Да, блин, замолчи. Я единственную пушку во время замеса выкинул. Нормально вообще так делать. Погнали. Так, погнали. Так, такое можно раздавить, оттуда что-то выпадет, да? О, кредиты, нормально. Мне нравится. Так, ТП. О! Это инвалид-некроморф? Серьезно? Серьезно. Это, наверное, должно было быть страшно. Дай мне руку, братан. Спасибо большое. Так, на самом деле, мне немного нравится управление тут. Типа, в первой части оно было не такое приятное, как в этой. Кстати, да, вот это даже нужно. Бро, помогу. Бро, помогу. Бро, все будет нормально. Я иду помогать, бро. Сейчас, подожди, бро. Подождите. Мне надо этого некроморфа убить как-то. Ага, мне тут дают патроны на пистолет, а что у нас будет патрончики, да? Что будет пистолет у нас? Так, секунду. Там кто-нибудь есть? Я здесь, бро. Иду помогать. Да что же это за херня? О, это же... Успокойся, сейчас я тебя освобожу. Это тканевый лазер, плазменный резак. О, черт! Я... Бро, я пытался. Сорян, пожалуйста. Я пытался, братан. Убил, блядь. Чё тебе от меня надо? Чё ты хотел от меня, бро? Отдыхай, лежи. Вы чё, реально сюда будете ходить? Тут же дверь. Всё? Не, точно, им надо же конечности отрывать, чтобы не умирали. Плазменный резак в этой игре немного послабее. У него, видите, массовость меньше. Что-то реально мог разрывать на части. Парня жалко. Этот парень был из тех, кто просто хочет жить. Но меня, конечно, не сильно касается уже. Так, отдай. Кстати, с этого что-то выпало. О. Еще давайте. Что-нибудь еще давайте мне, а. Так, погнали еще того лежачего убьем. Он не сильно нравится. Как дела, братан? Лови. О, патроны. Один патрон, и я потратил, а мне за это дали 6. Тут что-нибудь открылось у нас? Ничего нового не открылось. А там есть эти? Вот это место еще не посмотрел. Да, есть, вот. Пропускать ничего не надо, все патроны нам понадобятся. Будем использовать их для убийства вот таких вот некроморфиков. Некроморфичек. Всем здрасте, всем привет. Есть живые. Можно убить. Знаю, у меня большой опыт. Просто будь осторожен. Спасибо. Да, я Ишимура прошел и планету уничтожил. Ты хоть раз такое делала? Я уверен, что нет. О, это уже вояки. Где, кстати, автомат военного? Он должен под ним лежать. Так, ладно, ребят, на этом мы останавливаемся. Останавливаемся. Всем огромное спасибо за просмотр. Кому понравилось на видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, рассказать о видео своим друзьям. И помните, некроморфы — это вкуснейшая еда. А значит, у нас бесконечный запас мяса. Всем удачи и до скорых встреч. Всем пока.